Всем привет, друзья! Сегодня у меня будет ленивый завтрак опять. Сделаю трубочки из лаваша. Я здесь нарезала, покажу потом какие. Сейчас на пол сыра добавлю творога. Окей. Сыр у меня мраморный, я вчера покупала. Ну, конечно же, я это буду делать для Миши. Дедушка у меня такое не ест. Ну, я могу поесть трубочку. Что Миша любит все свеженькое. Так что я сделаю совсем чуть-чуть. Так. Так вот по чуть-чуть делаю, немножко творожку, опа, не уронить. Капельку соли, совсем капельку. Так, и плавленый сливочный сыр. У меня здесь в мешочке, когда остатки сложила, можно сюда добавить сырое яйцо. Но у меня совсем чуть-чуть, так что я не буду яйцо. Так, добавим добавим перчика молотого, можно укропчика, чуть-чуть перчика добавлю. Так, сейчас все это мы размешаем в однородную массу. Если что, я еще добавлю сыра плавленного. Вот такая вкуснятина будет. Вот, хватит. Вот и все. Приправочки можете добавить, какие вам нравятся. Я говорю, если будете вот на свою семью делать много, то, конечно, это я бы яйцо разбила. Сейчас посмотрю, если что, укропчик достану. Сухого добавлю укропчика. Так, чтобы миленько было. Вот, ароматный. Ну, все размешали. Так. В общем, лавашек я нарезала вот на такие прямоугольнички. У меня здесь 4. Вот так. 4 штучки. И вот так берем. Берем и намазываем. Тут немножко можно оставить место. Ложкой, наверное, лучше. Сейчас я ложечку возьму. Я думаю, ложкой лучше будет. Размажем.
начиночку нашу. Можно в духовке запекать. Сверху смазать яйцом. Я буду жарить на сковородочке на небольшом количестве масла. Так вот. И вот так в трубочки сворачиваем. У меня Миша любит такое. Сейчас намажу. Вот два у меня уже. И то не съест. Что-то стал как-то маловато кушать Миша-то. Не знаю. Немножечко придержим. Вот. И сворачиваем. Девчонки, быстро, легко и вкусно. Вкусно. Даже можно делать закусочки на праздничный стол. Кто любит это? Вот. Я ребятам на Новый год начинки наделаю, лавашики нарежу, и пусть кто с чем захочет. А я им их поджарю, потому что ну, все любят или шаурму, или с сыром. Вот и все. Сейчас на сковородочку немножко масла. Видите, как у меня хорошо получилось. Как раз. Конечно, свеженькие, они вкусней. Сверху хрустящие. Чё, девчонки? Новый год приближается, да? Сейчас фильмы эти показывают. Старые, интересные. Настроение новогоднее. У нас сегодня вообще 1 градус. Представляете? Кошмар. Вот. Ну, елочку мы поставили. Я так немножечко, как говорится, здесь шарики повесила. Здесь немножко украсила. А что? Там в комнате тоже гирлянда. Тут на дверях. Там на зеркале. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть праздничное настроение создать. Вот. И я вот сейчас взяла листочек бумажки. Сегодня у нас уже 25 декабря. Мне осталось подкупить зелень. Хлеб. Зелень, хлеб. Ну и, наверное, салатик, вот это лук зеленый, укроп, петрушку. Вот этот салатик зелененький тогда. Огурчик, чтобы посвежее было. Ну, не знаю, может, 29-го, 30-го. Просто будут разбирать, можно не купить. Ну, рано тоже куда? Тоже рано не купишь. Я вот помню, в том году я не могла купить что-то. Ну ладно, что купим, то купим. Вот. Есть и укроп замороженный, и лук. Ну, конечно, это все не то. Это все больше берется для украшений. Вот. Ой, а я что-то сегодня не выспалась, что ли? Прямо какое-то состояние, я не знаю.
состояние нестояния. То ли вот из-за погоды. А, вот взяла, значит, листочек и по меню, по своему новогоднему смотрю. Что нужно достать заранее? Вот мне надо сделать из кефира творожный сыр на торт, на крем. Потом, значит, коржи я тоже для торта. Я говорила уже, молочная девочка буду печь. Ну, я тоже думаю, что я его 29-го, наверное, испеку. Я думаю, нормально будет. Ну, а там, конечно, все 30-го достать. Там мясо замаринуем. Что там, отварим овощи, да? И вот думаю, вот такое меню сделала большое. Но ведь не съедается. Ну, короче, буду делать маленькие тарелочки. Вот. Потому что салаты, я говорила уже, у меня больно не едят. Что еще? Ну, бутербродиков немножко, закусочек каких-то, горячее. Пюре сделаю. А горячее что, мясо, если голень останется, это, конечно, на следующий год на следующий день скушается. Разогрел, пюре сделаю. Пюрешечку разогрел, мяско. И все. Так что вот приближается. Хочу всех поблагодарить, всех моих подписчиков, гостей моего канала. За подписку, за лайки, за комментарии. Большое вам спасибо. Вы знаете, у меня такой стимул появляется. Вот прямо стимул. Не знаю, прям такой вот прямо... Даже объяснить не могу. Желание такое снимать для вас. Что-то не так, если пишите. Пишите в комментариях. Вот. А что рецепты? Где-то кто-то скажет, где-то увижу тоже. Я и в интернете тоже много рецептов высмотрела и по ним готовлю. Прижились в нашей семье. В общем, как-то так вот. Есть рецепты, которые я готовлю еще когда моя мама нам готовила. Это картошка толченая с луком. Картошка отваривается. Вся жидкость сливается. Туда ложится мелко нарезанный лучок, прямо свежий. Можно зеленый. Хотите укропчика по своему усмотрению. И масло. Можно растительного, можно сливочного, тоже на ваше усмотрение. И сразу я толкушкой толку, без всякой жидкости, одно масло. Очень вкусно получается. У меня где-то есть такой рецепт на видео. Вот посмотрите. Если кому интересно, я ссылочку скину. Потом я готовлю по маминому рецепту блины, например, оладушки. И вот эту макалку из яиц. Тоже по маминому рецепту. Очень тоже вкусная макалка из яиц. С блинами это вообще. У меня вот Катя, младшая дочь, очень любит, когда мы печем с ней блинчики. Мы всегда эту макалочку делаем. Вот. Хотела купить рыбку свежую, форельку. Но что-то так подумала, посмотрела. Хвост уберешь, голову уберешь, кишки уберешь, есть нечего. Думаю, не надо. Я в том году брала, она мне особо она понравилась, честно говорю. Я нынче мужу-то говорю, Саша-то. Я говорю, что возьмем рыбку? Он говорит, да ну, не надо. Ну, не надо, не надо. Вот как-то так. И что еще? Вот, просмотрю сейчас еще меню. Холодец я не варю. У меня варит старшая дочка всегда к Новому году и нам приносит. Я варю до Нового года. Катя варит потом после Нового года. Мы вот так вот делимся. Потому что
Я, например, одна холодец ем. Саша не ест, Миша не ест. Миша раньше ел, сейчас не ест. И как бы, что его делать? Вот. Пельмени. Пельмени я, конечно, наверное, постряпаю, чтобы были они у меня с мяском. С мяском сделаю. Потому что иногда и муж ест, и Миша может там штучек несколько, как бы. И жарю я на сковородке ему. Постряпаю пельмешек. Вот в эти дни. Тут немножко надо еще помыть, прибрать. Кое-что. Ну и все. К Новому году готовы мы. Вот. Все выложила на сковородочку и обжариваем с обоих сторон до румяности. Вот и все. Наш завтрак. Сыр прямо начал вытекать. Чай я Мишке сделала. Все быстро, вкусно.